Друзья, на улице примерно где-то 8-12 градусов тепла. Это говорит о том, что все равно холодно. Поэтому, друзья, одеваемся потеплее. Ну, желательно, наверное, головные уборы, да, уже шапочки там одевать, теплую обувь там, да. И, ну, сегодняшний эфир хотел записать насчет новости, в интернете прочитал. То, что в Америке запускают роботакси, да? Ну, сама презентация называется «Мы роботы». Я еще подробнее расскажу, да, в комментариях можете почитать. Я не успел ознакомиться. Ну, вкратце там то, что узнал. Ну, в Америке запускают уже беспилотные такси, да? Вы, например, вызываете через InDriver, там, Uber, такси. И получается... Ну, к вам приезжает такси, но там нету водителя, да? Я думаю, скорее всего, когда он к вам приезжает, вы к нему подходите, дверь открывается, заходите и, получается, там через QR или каким-то другим способом вы оплачиваете за проезд, да? И она сама знает уже, куда вы едете. Вот так что время, будущее, да? Уже как бы наступает, да? Современные технологии, вот эти роботы там. Ну, раньше я одну картинку видел, там, как бы, да, на много лет было расписано, что, когда, что появится, вот эти андроиды, роботы, там, вот эти всякие, да. Так что пишите комментарии, свое мнение, друзья. Вообще, как считаете, это классно или нет? Потому что, видите, есть, ну, у любой стороны есть еще другие моменты, да? Какие другие моменты? То, что, ну, многие, да, в Америке, особенно водители такси, да, вы в фильмах же видите, в основном там иностранцы, да, работают таксистами, там индусы, там мексиканцы, даже с наших стран, да, СНГ, там люди работают, поэтому многие люди могут остаться без работы, именно водителями такси, да. Вот, так что пишите свое мнение, друзья, давайте пообщаемся, как вы за или против то, что скоро будет уже все беспилотное, да? Беспилотные такси, вот эти моменты. И вообще к развитию, как вы относитесь? Это хорошо или нет? Давайте пообщаемся.